Нур-Отан, я каждый год иду. Каждый год, каждый месяц, каждые три месяца иду туда. Каждый месяц иду почти. Они все. Местный филиал. Местный филиал иду. Бесполезно, бесполезно. Инвалид по зрению из Кокшетау Казана Махметова ходит в Нур-Отан как на работу. После многочисленных обращений в местный филиал правящей партии решилась на протест у центрального аппарата в столице. Говорит, что стала жертвой мошенников. Мол, родственники воспользовались ее физическим недостатком и оставили без крыши над головой. Что ни Даулбаев мне не помог, ни господин Касымов не помог мне, ни администрация президента, никто не помог. Я не виновна в клевете. Совсем недавно тут устроила пикет жительница Медного Жесказгана Наталья Уласик, требовала найти управу на полицию и суды. Офис президентской партии вообще в последнее время стал местом паломничества казахстанцев из самых разных регионов страны. Собственно, это неудивительно. Руководители партии-монополисты так и называют себя не просто поводыри, а посредники между народом и властью. Акция протеста Казаны Махметовой затянулась, прежде чем руководитель общественной приемной пригласил ее пройти побеседовать. Видимо, чтобы инвалид не привлекала лишнего внимания прохожих плакатом с таким вот кричащим заголовком.